Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Сегодня опять будет смотровая, что-то они... Бывают времена, когда они идут кучно. Короче, сегодня будет смотровая игрушка под названием Panicor. Это какой-то хоррор, это что-то от первого лица, какой-то то ли выживач, то ли что-то еще. Короче говоря, тут вроде и хоррор, и все. И кооп режим есть. Я его, в принципе, с прицелом на то, чтобы Серега потом тоже можно было с канала Mothen Games в описании, ссылочка есть. А по это побегать и по все, но здесь есть демка, насчет 180 рублей, что сейчас игра стоит, но есть демка, она бесплатная, естественно, а вот, в ней есть русский язык и даже одиночная игра, поэтому давайте мы посмотрим в одиночную игру, что она из себя представляет. Никакой предыстории вначале, ничего не было, приготовьте инструменты. Почему он так медленно ходит? А есть какой-нибудь? Ну-ка, подожди. Пожалуй, переключу спринт, потому что что-то он как-то очень уж медленно. Так, близость голоса, сложность медиум. Давай поставим. Ну, пусть будет медиум, ладно. Близость голоса. Нет мгновенной смерти, выбор карт. Видимо, школа. Какие инструменты приготовить? Что ты от меня хочешь играть? А, ну вот фонарик есть. Вообще непонятно, что? Что ты от меня хочешь? Вот странное очень. Да, написано, что игра разработана всего двумя этими, как их называют, разработчиками. Некоторые исследователи еще не готовы. Че, как начать? Куда? Почему не готов? Что, инструменты не нашел? Какие инструменты я еще не нашел? Вот пистолет он брать не хочет. Биту он брать не хочет. А, блядь. Вы уже готовы к работе, окей. Окей. Ничего не понятно. Если что-нибудь услышите, спрячьтесь в шкафу. Бег очень громкий. Всегда рекомендуется ходить. А если что-то очень близко... Спасибо за подсказку. А, если надо прям этот смотреть, да? Угу. Так, ну это фонарики, это для кооп режим, окей. Ну это прям хоррор-хоррор. Это прям хоррор. Что надо делать? А, фонарик может использовать для освещения окружающей среды, что полезно в темноте. Так, подожди, что-то прям очень тихо, секундочку. Хотя бы 40-45 хотя бы сделаем. Если это какой-то там условно кооп выживач, что-то... Кооп выживач, то можно было бы хотя бы там, не знаю, какое-нибудь обучение, что ли, сделать. Не могу открыть дверь, что-то ее блокирует. Так, тут нужен какой-то предохранитель, как обычно, наверное, да? Ну ладно, допустим. Нихуя непонятно. Вообще. Обучения не было никакого. Угу. Еще доска. Аптечка. Аптечка — это хорошо.
А что делать-то? Ключ. Не, знаете, пожалуй, все-таки выключу применение этого. Как его называют? Ну, вы поняли. Все-таки удобнее держать. Швабры. Это. Ага. Ну, выглядит игра, кстати, так, ну, приятно. Так, генератор. Искара. Туда-сюда. А? А? Нет, это только от моего. То есть от микрофона не зависит. Окей, непонятно. А что делать-то в игре? Что-то я даже, честно говоря, отзывы в Стиме не посмотрел. Она просто у меня у кого-то... Ясно, понятно. Ебать! А он меня не видит, что ли, пока я фонарик не включаю или что? Ну, допустим. Просто я там видел, допустим, там что-то валялось, кстати. Пойдем наверх. А я там просто видел еще какие-то пистолеты, все дела, то есть... Ну, монстр какой-то стоковый такой. Ну, я так немножечко подобосрался, конечно. Ну, так, совсем немножечко. То есть, если эта сволочь меня видит, она может выбивать двери. Это хорошо. Мне предлагали прятаться в шкафу, но я при этом не видел ни одного шкафа, в котором можно спрятаться. География. Понятно, отечественные разработчики, ясно. Блять, ведро какое-то. Так, что-нибудь построить из этого, если найду мастерскую. Может, если человек кажется очень полезно. Кабели какие-то. Бросить это, чтобы громкие звуки. Можешь что-то отвлечь. А, окей. А, это такая вот маленькая хуйта. Так, ну звук вроде ничего такой. Подожди, а он слышит меня только или еще и видит? По-моему, он меня видел. На втором этаже точно такая же комната, как на первом. Серьезно? Вот что нельзя. Ага, пила. Использовать для резки дерева. Просто, ну блин, хотелось бы какой-нибудь водный там минимальный хотя бы, я там не знаю. Так, ладно, пока эта херня ходит тут. Окей. Допустим. Неприятно. Так, получится лестница, если взять три доски и одну веревку.
Ну, школа, да, такая а-ля советская. Ну, там осталось сходить можно только наверху, туда направо. Там написано вначале было, что можно проходить по нескольку раз. Наверное, что-то будет меняться, я не знаю. Подожди, я тут. Так я тут был, да? Или нет? Не, по-моему, не был. Решетки, по крайней мере, это я не помню. Там, по-моему, подожди, две доски, лестница, да? А, подожди, а как мне чё? Г. И шо? Какой-то рахит ползает. Ну иди сюда, давай. И убежал. Ба, еще и рж... Ну, это хулиган какой-то местный школьный, понятно. Ебать, сколько тут всего. Не, ну хорошо, допустим, я даже скрафчу лестницу. И что я с ней делать буду? Ну да, конечно, антураж, прям школы, вот эти все. Туда ушел, понятно. Как все понятно-то, блядь, как все интересно, просто пиздец. Choose destination, grab set of tools, lower the car, get into the car to head out. Ну, это понятно. А то есть без разницы, любой можно брать. Это, видимо, они сделали несколько штук для того, чтобы, типа, разные игроки, окей. Здесь же куча оружия у тебя. Почему ты никакое оружие не берешь с собой? Сюда поставим легкий. Режим смерти паникор. Давай легкий, поставим вот это. Отключи голосовой чат, если вы разговариваете где-то вне игры. Ага. Но он другую локацию, да, выбрать он не дает. Только школа. Хорошо, ладно, допустим. Ох, ну почти. Ну это ладно, это все, конечно, прекрасно, но... А чем громче вы говорите? Че, серьезно? А, слушай, да, реально, вот у меня просто микрофон же, как обычно. Прикольно. Ну как прикольно? Ну такое себе, если честно.
Три доски. Подожди, так я только две находил. Они прям поиздевались, как будто, знаете. Они, значит, берут, короче, показывают, значит, сначала тебе оружку, показывают что-то еще. Ну да, типа вот выход это три эти. Три доски, одна. А где еще доску найти? Я не знаю. Допустим, я сейчас буду молчать. Да, так он наверху же, он через этот, через потолок клипал, да. Мне советовали прятаться в шкафу, но я не находил ни одного шкафа, в котором можно было бы спрятаться. Еще ведь не подобрать нельзя. Первый уровень, 0 долларов. Ну, его, конечно, этого монстра можно шугать. Это надо есть чел предмет, который можно шугать. По-моему, он там. Либо тут. А зачем? Что это даст? Ну, допустим, вот мне нужно три доски, да? Получается, аптечку что ли выкинуть? Допустим, беру вот одна. Но места спавна все одни и те же. Я больше досок не находил. У меня есть как вообще что это? Молотком разбить, господи, серьезно, ты... Именно молотком, больше ничем разбить нельзя. Так, ножик не берем. Ай, секундочку, сейчас как возьму, вытру нос. Он чешется. Ну, антураж-то, конечно, прикольно, но что-то на одном антураже как-то не выйдешь, как мне кажется. Да закрой. Ну, типа, явно что-то еще же надо, кроме антуража, чтобы в игре было. Как не особо. А главное, не понял, мне же предложили прятаться в шкафах. В каких шкафах? Это классическая такая херня хоррорная, да, прятаться в шкафах от монстра. Это да, я понимаю. Если, сука, здесь есть фонарик, у тебя есть пила, у тебя там что-то еще... А, подожди, что это такое? А, доска, да?
И ты, падла такая, не хочешь, значит, это... И ничем другим, кроме как молотком это разбить. Нахуй это помещение нужно? Я подумал, что лестница нужна, чтобы, типа, сбежать через окно. Так, еще одна пила. Пусть не знаю, возможно... Че? Нет? Возможно, пила понадобится, чтобы доски попилить. Но там вроде про нее ничего не было сказано. В инструкции. Но он меня сразу видит. Хотя, конечно, можно бегать, но... Ну, она же хуй знает, честно вам скажу. Ладно, дайте еще разок попробуем. А подожди, а где мы не были-то? Получается, да, на втором этаже, откуда этот мудила прибежал. Это я где? А, откуда этот мудила прибежал? Ну, блять, он там и сраёбится до сих пор. А больше нигде, и все, я больше ничего не могу. Вот здесь закрыться, допустим, нельзя. Ну, потому что там сесть, выключить свет и закрыться. Нет. А самое интересное, что типа коопная же фигня. То есть здесь можно играть в кооперативе. Нахуя. А, вот третья доска. Окей, допустим, окей. А нахуя аптечка? Она тоже, получается, мне не нужна аптечка в одиночной игре. Потому что он меня ваншотит. Ну хорошо, одна доска, значит, под одной лестницей, другая доска под другой лестницей. И вот эту новую я нашел. А где же третья-то была? Я же находил ее. Я же ее где-то находил. Я не помню где. Здесь я, по-моему, находил какую-то баклажку, которую кидать можно. Да ладно, молоток. Что делает молоток? А, он может разбить и взять ключ. Он же молотком вроде сказал, что ему надо ключ зачем-то разбивать. Еще аптечка, пиздец. Сортир. А, он с другой стороны там ключи висит, окей. Я понимаю, это медленно, проще, но... Ну ладно, уж просто, уже я ее загрузил. Окей, допустим, попробуем. Но его шугнуть-то получается можно, только... Если он меня заметит. Ну, допустим. Это как? Ну вот как будто он какие-то шкафы ломает. Бля, по звуку непонятно, внизу, наверху. Ну, похуй, допустим. Наверху, окей. Он наверху шара ебится, да? Прям надо мной. Ну, тогда вопрос. Если здесь надо, по идее, молчать. Еще слушать, где он. Когда сердцебиение, это значит, он рядышком. Какой смысл-то в коопе во все это играть?
Ну, типа, это вам не очень весело в такую игру играть в коопе. Ладно. Но если мы сейчас разобьем молотком эту хуйню, он обязательно же прибежит, правильно? Нет, не прибежит. Да, пусть. Ну вот же ключ, что тебе не нравится? Используй, чтобы перейти и запереть дверь. Может, чтобы помешать к чему-то открыть дверь? Блять, это серьезно, это... Это оказывается просто... Я думал, запертую дверь можно открыть им. Это было бы логично. Где же была третья доска? Я не помню. Ну да, пусть. Перевод неправильный. Клоуз этот обычный. Все, туалет это. Туалет. А, ну тут уже получается все. Говно! Ты ж говно, я воевал. Иди сюда, блядь. Ну, сука, блядь. А где он? Почему свет не нравится? Хотя там фонарик обошугался. Может, он во второй кабинке заперся? Ты где? Чё, как просто испарился. Ключ тебе нужен. У тебя есть ключ, мудак. Здрасте, пожалуйста. А, все ясно. Поэтому нужно... Ага, угу. Бля, ты серьезно, ты не можешь отдетнуться, да? Так, а это куда в другое место та же. Да мы все отопрем сейчас? А чтобы этого отчекрыжить, наверняка что-то еще понадобится, да? Серьезно, все? А, нет.
Так, ну двери две. Окей, еще раз. Да, блин, да ёпта. Я не помню, где была еще одна доска. Где-то была, но где, хуй его знает. Можешь, конечно, пересмотреть сейчас футажи. Это все. Еще веревка, окей. А предметов тут прям строго фиксированное количество, да? Там лестница, там сортир. Там тоже лестница. А чё это мы не бежим? Ну, допустим, ладно. И? Че не понимаю. Угу. Забегаем в вторую кабинку, если что. Угу. Так. Ага. Блять. Thanks for playing. Ну, короче, ладно, вот такая вот игра. То есть собрать, что-то сделать. Полчаса получилось. Я просто эти полчаса вымучил просто всеми возможными способами. Ну, как-то. О. Не хотелось прям уж бросать. Наверное, в теории для игры, созданной двумя разрабами, это не так уж плохо. Ну, блядь, ну это издевательство. Вы посмотрите, здесь лежит дробовик, автомат, пистолеты, вся хуйня. И он не бита там лежит с гвоздями, еще что-то. И он просто нихуя с собой не взял. Вот. Я, может, глупенький, но, на мой взгляд, бесплатная демка, она должна делать таким, ну, делать то, чтобы ты вот захотел в эту игру поиграть. Что ты такой, еба, хочу пойти купить себе эту игру. А вот мне вот вообще не захотелось, поэтому, ну хуй знает. Короче, ладно, вот такая вот игра, кто захочет, может по названию в Стиме все это найти. Говорю, бесплатная демо, можете сами поиграть, вдруг вы поймете, как это что-то там, а я дурак не понял. Вот, и, соответственно, поглядите там, что, как, куда, почему, и такие, возьмете сами, ебать всех, монстров разнесете и прочее, ну... Например, остальные две локации, вот эти вот, они, больница и убежище, это придумалишенных, больница, которая давно заброшена, заброшенная школа, раньше была школа для менее умных учеников. А, вот, и, соответственно, я готов, да. В общем, к тому, что, ну, вы поняли, Кинг, Монтана, Канада... До сих пор жив. То есть здесь целые какие-то такие истории. Дробовик, да, вот лежит. Ну, короче, не знаю, если хотя бы здесь вот можно было, ну, не знаю, там везде какая-то стрельба, какие на этих, на картинках, какие-то монстры, что-то ты бегаешь, что-то ты ищешь, туда-сюда, а в игре вот это вот унылое брожение с одним этим. Короче, ладно, все.
Мне не понравилось, на этом порешим, все, все поняли, все все видели и так далее. Ссылка в описании на плейлист с остальными выпусками Смотровой. Везде подписывайтесь, проходите, на Телеграм подпишитесь. Вот за всем все. Всем всего доброго, хорошей игры и всем пока. We'll be right back.